У здания МИД Грузии в Тбилиси прошел митинг сторонников восстановления дипломатических отношений с Россией и одновременно акция протеста тех, кто выступает за евроатлантическую интеграцию страны. Мероприятие, организованное коалицией «Евразийский выбор», пытались сорвать представители другого гражданского объединения «Свободная зона». Скандируя в адрес своих оппонентов фразу «Вы рабы», они оцепили место проведения акции колючей проволокой, символизирующей разделительную черту между оккупированными регионами и остальной Грузией. За этим последовала стычка, которая была пресечена сотрудниками полиции. После эмоционального выяснения отношений друг с другом, стороны конфликта остались при своем мнении. Проблемы нашей страны можно решить только за столом переговоров с Россией. В противном случае мы останемся в нынешнем бедственном положении. Хватит, мы все от этого устали. Мы уже 25 лет повторяем одни и те же политические заклинания, и ничего при этом не меняется. Наша организация всегда будет противостоять агентам КГБ в Грузии, с помощью которых Россия пытается оправдать оккупацию. Именно этим мы сейчас здесь занимаемся. Мы очистим Грузию от советских недобитков. Скоро их здесь не останется.